Жыхары дома номер 3 по проспекте Кляцкова у Гродні вось уже як 3 года не могут знайсці агульную мову с ЖЭСом номер 17. Каменем спотыкнення стала чистеня. Як стверджаюць грамадзяне, у их подъезде парадок наводит спустивши рукавы. А при домовой территории увогуле никто не займается. У коммунальников на усе зауваги есть тлумачэнні. Юлія Новікова разбиралася, якія. Жыхары дома номер 3 по проспекте Кляцкова голосуют за чистеню подъезда. Сдавалося, жадание закономерное. Але на справе вось уже як 3 года у гродзенцев не отрымливается навести парадок у дворы и подъездах. В подъездах не убирается, не проводится влажная уборка и подметание. Влажная уборка только проводится в холле первого этажа, и то нальет воды и грязной травкой размажет. До верхних этажей не доходит. Без моющих не даются моющие. Панели вообще не протираются. У чакані рашэння проблемы жыхары дома, больше з яких пенсионеры, узялі на сябе абавязак прыбірацца ў пад'ездзе. Что ж тышится при домовой территории, история такая ж. Траву не косят, смети не прибирают. Еще хотели бы гродинцы замалевать граффити, якое заявилось у арцы их дома, але знову без поспяхова. Министерство ЖКХ своим решением в 2017 году исключило уборку при домовой территории, то есть газонов, которые до периода 2017 года входили в техническое обслуживание. Никто законодательно данную строку не исключил. Однако теперь с нас требует договор подряда. Исполнить как председатель правления данную услугу я не могу, поскольку нужно стопроцентное согласие жильцов. Старшиня каже, что опытала громадян и высветлила, что заключить додатковый договор погодились только 3 человека. Причин тому несколько. У соседних домах за уборку такой же территории отказывает ЖЭС. Есть и иншие зауваги. Наша здымочная группа звернулась уже с Кастрышинского района. Тут про незадоволенность жыхароў дома номер 3 ведают. Як лічыць майстер участка, уборка подъезда ведется по затверженным графику. Что тышится при домовой территории, коммунальников есть на это отказ. Придомовая территория, принадлежащая согласно земельного акта землепользования ЖСПК, ТИФКам, данные в аренду, убирается за счет собственных средств собственников, то есть жильцов, проживающих в ЖСПК. И коли жыхары хочуть, как за чистеню двора отказывали дворники ЖЭСа номер 17, то необходимо заключить погоднение. А также, если уполномоченное лицо ЖСПК заключит дополнительный договор на данную услугу, то силами ЖЭСа будет производиться уборка вокруг дома. Однако такий парадок справ не задовольняє гродзенцев. Яны не хочуть заключать додатковый договор. Люди не уверены, что это что-то изменит. Уже 3 года уборка подъезда ведется, так бы мовить, спустивши рукавы. На постоянные скарги на якость працы у ЖЭСе не реагуют. Як след, громадяне задаются справедливым питанием, на во что платить гроши за послугу, якая не выконывается.